Здорово, с вами Моборг, я Трэш, и да, наконец-то Android Shake. Ну а что вы хотели, праздники? Я ведь должен был хоть каплю отдохнуть и набрать пару кило. И прежде чем мы начнем, я бы хотел сообщить, что в ближайшее время планируется некая перестановка канала. Мы просим вас написать в комментариях, что бы вы хотели видеть на канале. Какие рубрики, с какой периодичностью. Быть может, вы что-нибудь бы отняли или прибавили. Отмечайте лайками лучшие идеи на протяжении месяца. В общем, давайте двигаться в будущее вместе. Ну а теперь шейканем! Подписчик Flyman Best попросил составить топ головоломок, похожих на Monument Valley. Ну что ж, значит, настало время для топа изометрических головоломок. Игры серии Go от Square Enix являются одними из лучших представителей изометрических головоломок. Сыграйте за главных героев культовых игр. Каждая игра пропитана духом, идеей и стилистикой своих старших братьев. В Hitman Go вам потребуется искать способы устранения целей и зачистки небольших локаций. Deus Ex Go больше подойдет для любителей быстрых действий, так как во время прохождения вам придется использовать дополнительные способности, взламывать технику и учитывать способности своих врагов. Ну а Lara Croft Go придется по вкусу всем любителям приключений. В игре обширные локации, а помимо устранения врагов, вам придется решать множество опасных головоломок. В игре Dream Machine вы будете помогать маленькому заводному роботу сбежать из автоматического завода на свободу. Вас ждут сюрреалистические уровни, оптические иллюзии, безумные механизмы и даже, как это ни странно, боссы. Dream Machine невероятно сложна, так что подойдет истинным любителям головоломных страданий. Мекорама будет попроще, да и вообще она является больше релаксом, чем напряжением для мозга. Здесь вам также будет необходимо помогать маленькому роботу вернуться домой. Вам потребуется искать решение задач, вращая объемные локации на протяжении 50 уровней, а в встроенном редакторе вы сможете создавать свои. Вы, наверное, подумали, что Evo Explose тоже про робота, но нет. Она про космического путешественника, который исследует странные изометрические планеты, попутно выясняя причину исчезновения их обитателей. Особенностью игры является то, что, меняя ракурс, вы будете изменять пространство и плоскости, добираясь к местам, в которые, казалось бы, нет пути вовсе. Ghost of Memories — это безумно стильная мультипликационная изометрия. Вы побываете в 6 местах древних цивилизаций и поможете скитальцу освободить девушку из заключения в скипетре, который будет раскрывать свои способности по мере продвижения героя. Ghost of Memories подарит вам множество интересных головоломок и поведает замечательную сказочную историю. Подписчик Моко Дре решил нам напомнить об увлекательной и забавной пошаговой стратегии под названием Skulls of the Shogun. А это значит, время отправиться вперед в прошлое. В игре Skulls of the Shogun вы познаете культуру и жизнь самурая после смерти. И соберете армии мертвых воинов, волшебных монахов и могучих усатых самураев-генералов. Да, это стратегия, но она аркадная, и тут нет никаких построек. Да, в ней есть пошаговость, но никаких клеток. У каждого самурая есть определенный радиус и способности. А поедая черепа врагов, вы будете становиться сильнее. В игре интересная механика, много необычных возможностей и нововведений. А юмористический сюжет точно не даст вам заскучать. На этой неделе вышел добротный и кровавый слэшер, в котором вы встретите с героями знаменитого сериала Blade Battle. Подробнее в игре недели. В Blade Battle вы сможете сыграть всеми бойцами сериала «Пустыни смерти». Каждый боец обладает своим уникальным стилем и добивающими ударами. Ваша задача — из уровня в уровень проходить арены смерти, истребляя всех врагов на своем пути. Накапливая гнев, вы сможете использовать замедление, а проходя бои безупречно и за короткий промежуток времени, вы будете зарабатывать очки умений, золото и кристаллы, которые сможете распределить на прокачку показателей бойца. Перенос головоломки Incladion Lands начался еще с 2015 года. И вот, будем надеяться, если разработчики нас опять не наебут, игра увидит свет уже через пару недель. Так что с нетерпением ждем на Android.
Inkladen Lance представляет из себя изометрическую головоломку в стиле кубика Рубика. Изометрический куб можно вращать в разных направлениях, стратегически убирая преграды между героем и его соперниками, а также обходя ловушки на пути. Вашим героем станет воин, путешествующий по мирам и истребляющий врагов. Короче, это некая помесь всего, что вы видели в топе. Подробности сюжета и смысл путешествия героя будет разворачиваться по ходу прохождения. Так что нам остается только ждать. Подписчик Александр Левкович обратил мое внимание на просто сногсшибательную в прямом смысле этого слова игру под названием Mountain Rage. И как вы, наверное, догадались, это занятный трэш. Люди слишком обнаглели, даже дикая природа не осталась без внимания и наполнилась этими шумными кожаными мешками. Оленям и волкам ничего не остается, кроме как встать на лыжи и разогнать этих ублюдков своими рогами и клыками. Но все не так просто, людишки сбрасывают стенды и магазины с хот-догами прямо на леса и равнины. Слава лесным духам, местный шаман не оставил животных без надежды и подарил им скоростные бонусы и лазерные глаза, чтобы они могли испепелять людишек пачками. Что, ты ничего не понял? А и не нужно. Просто сыграй в Mountain Rage. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно, подписывайся на наш канал. Удачи тебе и до скорого!